Приветствую вас, уважаемые коллеги. Продолжаю дальше свой батл между двух Уралов. Что лучше, звезда или трумпетер, мы увидим немного позже. Пока что подготовил, как говорится, детали. Сразу хочу заметить, что все-таки модель от фирмы Trumpeter более простенькая. Конечно, для начинающих моделистов это довольно неплохо. Не сильно много заморочек. Собирается все очень хорошо. Пластик обрабатывается тоже очень хорошо. Ну а если кому-то хочется более достоверной и точной модели, конечно, придется дорабатывать. Лично мне больше в моделях нравится простота. Да и вообще больше люблю собирать, конечно, из коробочные варианты. Ну, там немного добавить фототравления. И главное, чтобы в итоге была модель похожа на ту технику, которую я собираю. То есть Урал должен быть похож на Урал. Это для меня самое главное. В принципе, модель мне нравится, собирается неплохо и не сильно много деталей. Главное внимательно смотреть в инструкцию и ставить детали на свои места правильно. С ходовой немножко придется повозиться.
Примерно потратил 2-2,5 часа и раму собрал. Так вот получилось. Сейчас все хорошо просохнет. Подправлю, подчищу, подровняю, как говорится. И рама уже это готова под покраску. Теперь приступлю к сборке рамы от фирмы «Звезда». И когда будет две готовых рамы, мы их внимательно рассмотрим и сравним. Как бы сейчас мне, вот пока эта рама собрана, мне она нравится. Но интересно сравнить ее все-таки со звездой.